Слава Богу. Слава Господу. Дар Святого Духа. Святого Духа дар бесценный. Господь послал ученикам. Дух Божий вечный и нетленный создал в них свой небесный храм. И вот апостолы Христовы благую весть несут народ. Теперь для них все в жизни ново. Дух Божий в их сердцах живет. Дух Божий истины и славы, как голубь нежен он и тих, не будет в душах жить лукавых, уйдет со скорбью от таких. Дух наполняет благодатью людские нищие сердца, чужие были, стали братья, сыны небесного Отца. Бессильна наша речь любая достичь глубин людской души, а Дух Святой грех осуждает и может сердце сокрушить. Он утешитель наш в печали, наставник верный и благой, а мы, бывает, огорчаем того, кто дарит нам покой. Пусть сердце наше станет храмом, где Дух Святой захочет жить. Благословит он кротких нравом, готовых истине служить. Нас Дух Святой ведет в обитель небесной славы, в вечный дом, где верных ждет Христос Спаситель, где будем царствовать с Христом. Аминь.